Роскошный бал в Кисловодском цирке. И правит этим балом король манежа Гия Эрадзе. Весь месяц вас ждут шик, блеск и красота. Блеск софитов, легкий взмах занавеса. Путешествие по 5 континентам начинается. Это настоящая феерия на манеже. Многотонные декорации, эксклюзивные костюмы, авторская музыка, неординарное световое и режиссерское решение. С невероятной скоростью, умопомрачительными трюками на манеж просто врываются акробаты, символизируя парад стран, тем самым показав единство и дружбу. В шоу мирового масштаба «5 континентов» представлены все цирковые жанры, самые масштабные и зрелищные номера и аттракционы. Сегодняшняя премьера шоу, она была в Кисловодске в канун 50-летия цирка. Я очень рад, что именно в этот сезон легендарный коллектив «5 континентов» вновь в Кисловодске. Потому что «5 континентов» мы были здесь еще будучи, когда я работал артистом, почти 13 лет тому назад. Совершенно все изменилось, но основа, вот наша стилистика, эстетика, конечно, она узнаваема. И я очень рад, что сегодня публика увидела уже сегодняшние «5 континентов». Я лично доволен. Доволен, потому что я видел довольную публику, счастливую, которая стоя аплодировала моим артистам. Я понимаю, что все, что мы делаем не просто так, а это нужно зрителю. Одна мизансцена сменяет другую. Действо одновременно разворачивается на манеже и под куполом цирка. Впервые представлен поражающий своей сложностью номер «Золотые рыбки». Перед зрителем предстает настоящий подводный мир с рифами, кораллами, удивительными морскими обитателями. В волшебную морскую жизнь врывается корабль с браконьерами, и две золотые рыбки попадают в сети. Но в сказке счастливый конец. Невозможно оторвать глаз. Зрелище невероятное. И дети, и взрослые, словно завороженные волшебством, смотрели шоу. Специальным гостем программы была Нелли Кобзон, заслуженный работник культуры России, ценитель высокого искусства. Я хочу прежде всего поздравить Росгосцирк и цирк, которому сегодня исполняется 50 лет, и сказать, что я счастлива, что оказалась на этом прекрасном шоу. Это такой праздник для всех, для детей, для взрослых. Гия Эрадзе, конечно, невероятный мастер своего дела. Это так всегда красиво, всегда необычные костюмы, очень хорошо подобранная музыка. Все радует глаз, все просто во всем праздник. Я счастлива, что я здесь, еще раз повторяюсь, сегодня присутствую. Я вижу, какие счастливые лица у детей, у их родителей, у бабушек, у дедушек. И спасибо огромное за такой сегодня день роскошный. В каждом номере титулованные артисты, рекордсмены по количеству наград, выполняют уникальные трюки, которым нет аналога в мире. От массовых сцен просто захватывает дух. С первых нот цыганских мелодий на манеже начинается настоящий праздник страсти и огня с авторскими трюками. Главные артисты на свадьбе – медведи. Они танцуют, ходят на передних лапах, скачут верхом на лошади, играют на музыкальных инструментах и еще ловят букет невесты. Действительно, это тяжелый труд, это годы репетиций. Но медведи – это умнейшее животное. Недаром это олицетворение нашей страны. Это медведь, казалось бы, неуклюжее животное, но это умнейшее и очень способное животное. Мы с ними на самом деле на очень близкой дистанции, так как мы всех медвежат брали с маленького возраста и их воспитывали у себя дома. Мы с ними живем в цирке, мы с ними не работаем, мы с ними вот здесь играем. Поэтому получается такая контактная, хорошая работа, которая нравится зрителю, которая находит такую отдачу у зрителя. Спасибо, кстати, кисловодскому зрителю. Было очень приятно видеть такую публику. Нам все понравилось. Впечатляет уникальный номер с группой дрессированных канадских бизонов под руководством Рустама Газаева в образе великого викинга. Аналогов этому номеру нет нигде в России. В России нету 5 бизонов одновременно на манеже. Я могу говорить целыми сутками про этих бизонов, но скажу так,
Когда любишь свою работу, своих животных, получится все. В шоу «Пять континентов» невероятное разнообразие животных. Короли пустыни, гордые и величественные верблюды. Зал затаил дыхание. На манеже хищники – тигры, леопарды, лилигры, черная пантера. Под руководством заслуженных артистов России, дрессировщиков Натальи Губановой и Андрея Широкалова. Им удалось объединить и подружить эту непростую компанию хищников. 3 года тренировок, репетиции – это слезы мои, потому что не все всегда получается, потому что они не ладят между собой в природе, не все встречаются между собой. Поэтому действительно очень сложно, но мы рады, что у нас все получилось. Чудеса на манеже демонстрируют хрупкие, но такие смелые девушки-джигиты. На высокой скорости они выполняют вполне мужские трюки. Адреналин зашкаливает. На протяжении всей программы свои добрые и веселые репризы дарит клоунский дуэт «Доли и Домино». Заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие. Беспрецедентное шоу «Пять континентов». Зрители стоя аплодировали артистам мирового масштаба. Несмолкаемые овации всем участникам программы и, безусловно, создателю шоу «Пять континентов», заслуженному артисту России, королю манежа Гие Эрадзе. Очень крутой цирк, очень красивая программа. Бассейн с рыбкой очень был крутой. Мне понравилось. Мне очень понравилось водное шоу, потому что рыбки были как настоящие. Нереальная программа, приходите все в цирк. Зрелище незабываемое. Программа очень хорошая. Я очень рад, что побывал опять здесь. Я всем советую прийти и посмотреть программу. Я в цирке Гие Эрадзе был очень много раз в разных городах России, от Москвы до Сочи. Гие Эрадзе никогда не перестают удивлять. Самый лучший цирк, скорее всего, в России, даже мирового класса. Очень яркое шоу, красивые костюмы, декорации. Ну, можно сказать, самые положительные эмоции. Раскрасьте свои серые будни яркими красками. Окунитесь в мир эмоций, незабываемых впечатлений и красоты. Такого шоу вы еще не видели. Гастроли продлятся до 3 сентября. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия из Кисловодска.